Мастер-класс проходит в хирургическом отделении Севастопольского городского онкологического диспансера. Практический урок для наших специалистов московские коллеги проводят уже в третий раз. Это не только опыт для наших коллег в Севастополе, это для нас опыт обменяться впечатлениями, обменяться мнениями. И я думаю, что все, что мы делаем, в первую очередь, это для наших пациентов. По словам Азиза Зикерихаджаева, севастопольские хирурги значительно выросли в научном и практическом плане за последние 2 года. Но для создания серьезной медицинской базы в Севастополе нужны не только высококвалифицированные врачи, но и специальное оборудование. Онкология на сегодняшний день – это не только проблема хирургическая, это проблема комбинированного комплексного лечения. То есть здесь должна быть огромная мощная база радиологической службы, химиотерапевтической службы, лаборатории. Все успехи сегодня заключаются в лекарственной терапии, в лучевой терапии, в таргетной терапии, в хирургии и в сочетании, только это дает хороший результат. Экономические санкции для отечественной онкологии не страшны. Большая часть медикаментов и оборудования для проведения комплексного лечения – отечественная. Зависимость от импортной продукции минимальна, и та скоро прекратится, считает Азиз Дильшодович. Есть, конечно, такие вот моменты, которые очень сложно сразу заместить импортного производства именно. Но год-два, я думаю, проблем никаких не будет. Кирилл Попов, Андрей Вовк, Сев Информбюро.